Олимпийская чемпионка Адрина Сотникова рассказала о сотрудничестве с тренером Евгением Плющенко, об изменении в правилах, но не стала комментировать свое возвращение в спорт. Как долго длится ваше сотрудничество с Плющенко? Уже почти год. Что думаете об изменении в правилах? Наше дело кататься в тех условиях, которые будут. От нас тут мало что зависит. Будем приспосабливаться. Ваше мнение о том, что девочки уже прыгают четвертные. Главное, чтобы было здоровье, чтобы они не начали делать это слишком рано, когда только идет формирование организма и потом не пошло во вред. А так, если есть возможности и способности, пусть учат. Почему бы и нет? Это развитие фигурного катания, сказала Сотникова. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока-пока!